Если ты не гей, то на лайк нажми скорей. Ха-хай, дорогие друзья, здорово, гангстеры, и вы попали на серию под названием «Что будет, если открыть сотню просто китайских контейнеров?» Да, мы сегодня наконец-таки запишем эту серию, пацаны, и вы увидите, что будет, если долбить их до конца. И самая главная цель, которая, конечно же, у нас остается, это выбить оттуда Subaru, дрифтовую эксклюзивную Subaru, которую я ни разу не выбивал с китайского контейнера, хотя мои знакомые все, да и вопрос, чуваки рандомные, ее выбивали. Поэтому сегодня мы имеем единственную цель — выбить Subaru с китайского контейнера, и сколько уйдет на это контейнеров, мы, конечно же, узнаем, как получится. Так получится, погнали. Так, я вижу один китайский, и мы начинаем с него, пацаны. Сегодня мы пропускаем дубайский, но хотя мы, может быть, откроем его все-таки, ну, чисто для разнообразия. На балансе у нас 27 миллионов 700, запоминаем эту сумму, потому что с этой суммы мы начинаем. Не такая большая, но, извините, пацаны, этого хватит на 10-15 контейнеров где-то приблизительно точно, если каждый будет просто уходить в ноль. Кстати... Блин, мне показалось, флаг России на корабле. Просто корабль из другой GTA-шки. Ладно, неважно, пацаны, просто показалась какая-то пасхалка. Хотя, бля, с другой стороны, я играю в криминальную Россию. Не об этом речь, пацаны. Первый китайский... будет смешно, если с первого выпадет, пацаны. Это будет просто рофл. Ну, типа, если так будет, я выложу просто 5 минут. Сколько там? Минута уйдет на серию. Если реально выпадет с первого... Лексус, ладно, ну, бля, было бы, сука, охренительно просто выбить с первого контейнера сразу же, конечно, это было бы вообще просто моментально. Так, у нас есть два китайских, будем пытаться штурмовать их, но начинаем с этого, пацаны. Короче, когда есть еще один китайский, конечно же, наша самая главная задача. А, уже кто-то поставил ставку, ты что гонишь, братик? Не, 18-300 тогда поставим, подожди, 8-300 тысяч, вот. Блять, что надо поставить? 18. А, 1 800 000, 1 900 000, короче, 1 за 3, 1 за 3. Просто, ну типа, зачем? Там же еще один есть. 1 950 000 за него ставят. Давай, колдуй, Subaru, Subaru, колдуй. Там вон другой есть, если там вот его как бы... Блин, его заберут! Если там наколдуют Subaru на тот контейнер, вот я про что и говорил, пацаны. То есть, когда один китайский, как бы, ну понятно, что я его заберу. Как бы, когда их два, я все два не могу забрать. Если с другого падает Subaru, я не знаю. Ну не может же такого произойти. Но мы надеемся, что не произойдет. 7 секунд, пацаны, мы просто в предвкушении. А может, со второго выпадет? Будет тоже смешно, пацаны, потому что серия будет максимально короткой. Давай. Так, у нас ГТР выпал, понятно. И там у человека тоже ничего не выпало. Ну, как мы видим, Subaru не появилась здесь заспавненная, поэтому никому она не выпала. Ну, это всего лишь было два контейнера, пацаны. Сегодня мы откроем их много, большое количество. Блин, пацаны, два дубайских контейнера так, конечно же, щекочет жопой открыть их. Но, пацаны, мы этого не будем делать, мы открываем чисто китайские. Я попытался договориться с чуваками здесь на то, чтобы они не трогали контейнер. 1 900 000 поставим сразу, да? Я думаю, потому что, ну, человек там явно какую-то ставку уже поставил, подбежал. Вот. Но он один-единственный, за него мы будем бороться. Я буду повышать ставки, пацаны, мне без разницы. Я и 3 миллиона готов отдавать за этот контейнер. Они до этого не слышат. Там Дубай... Не, я сегодня, братья, китайский открываю. Дубайский можешь как бы ты открывать. Я сегодня чисто по-китайски пришел. Вот, все, со всеми договорился, пацаны. Ну, чтобы как бы, ну, не мешали, понимаешь. Мне не хочется видеть, как кто-то выбьет гребаную Subaru просто на моих глазах. Я не хочу этого видеть, пацаны. Я хочу видеть, как она падает мне. Давай с третьего. Напоминаю, это третий контейнер, пацаны, всего лишь. Ну, тут у нас Митсуба. Пока вообще в окоп мы ни в какой не выходим. Мы уже оставили здесь 3 миллиона приблизительно, как бы, ну, такое. Но оно выпадет, мне кажется. Учитывая, сколько мы открыли до этого китайских и сколько сегодня, то должно выпасть. Так, отлично, я вижу китайский контейнер, какой-то дубайский, арабский шейк, значит, прилетел на каком-то там, не знаю, рейндж-ровере. И прилетел сразу такой, значит, деловой забегает. Блин, короче, я хочу... Пацаны, пацаны, кто-то поможет мне, нет? Пацаны... Повысьте ставку, короче, до 4, а я потом заберу. Повысьте ставку, я перебью. Я перебью. Мне просто проверить надо фигню вот эту. Во-во, все, спасибо, больше не повышайте. 4 миллиона сразу поставили ставку, я поставлю 4 400. Больше, я думаю, никто ставить не будет. Давай еще разочек 4 600 поставь. И я поставлю 5. Найс. Можно ему оставить, конечно, но он убежит, скорее всего. Все, не трогайте, сейчас посмотрим. Короче, я решил рискнуть, отдать 5 миллионов за контейнер. Мы повышали ставку очень жестко. Вот, но должно сработать, да, действительно. Мне кажется, сработает. А почему, что мне там рюкзак передали, обожаю. Неважно, короче, пацаны. Я думаю, сработает. Бля, ну реально, у чувака же сработало тогда. Они там вообще не знаю, какую сумму ставили. Вроде 6 даже миллионов, неважно. Ну типа, блин. А если поставить сумму дороже самой дорогой тачки, которая может выпасть, единственное, что там выпадет, это Subaru. Бля, а если так? 5 лямов отдали за контейнер мы. Не сработало, блядь. Не сработало, к сожалению. Это был четвертый вроде контейнер, да? Всего лишь четвертый? Или подожди, или какой? Ага, там антиквар китайский. Ну, к сожалению, ладно. Бля, а если 7 поставить?
Ну, можно же разочек так сделать, да, ведь можно? Уже 20 лямов на руках. Так, есть китайский, я сразу бегу уже туда, пацаны. Его нужно забирать, это пятый или шестой, неважно. Ну, давай это будет пятый, ладно, не досчитались одного, неважно. Так, сразу 1 900 000. Я думаю, можно поперебивать ставку. Можете повышать, я заберу в любом случае, типа. Сильно только не повышайте. Ну, если хотите, хлопан. Ого, ого, 3 миллиона, да? 3 700 поставим. Нагоняем жару, ну, бля, это должно сработать, пацаны. Если сильно за него бороться, просто по 100к давайте повышаем, да и все. Должно сработать, пацаны, мы сейчас будем топить. 3 900. Ага, 3 900 уже поставили, 4 миллиона ставлю. Можно до 5, до 6 так. 4 300 сразу ставлю, пацаны. Будем просто жестко за него бороться. Давай, давай, давай. Бля, я не хочу так много отдавать, конечно, за китайский. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, я думаю, хватит. Все. Нормально поборолись, так сказать, за него. Делаем фейк борьбу, короче, за контейнер. Сейчас смотрим, что с этого выпадет. Бля, если это работает, это же просто абуз контов будет. Должно выпасть. Ну, с пятого конта за эту серию это должно произойти. 13 секунд, пацаны. Так свой бит что-то топовое. Бля. Давай, пожалуйста, пожалуйста. Лучше бы они сказали оба минус, типа, и минус на минус дает плюс. Это самый охренительный комментарий, который я видел, когда, ну, в прошлый раз я уступил дубайский. Ладно, открываю, пацаны. Блядь. Блядь. Да говно дефолтное, блядь. Но она опять без винила, она выпала, блядь. Чё делать? Бля, ну это точно без винила, да? То есть вообще никакого варианта, блядь. Что он там появится, прорисуется, нихуя нет, да, такого? Ну давайте нарисуем чисто там каляки-маляки. Да не надо ничего. Блядь, почти, сука, почти, вы представляете? Бля, вот ведь бывает, сука, оно сработало, оно выпало, блядь, Субару, но там еще должен быть шанс, что Субару, и еще и винил. Оно выпало, но не выпал винил, блядь. Блядь, просто. Так, ладно, есть еще один китайский, но в принципе это типа работает. Типа ведь работает? Ну, бля, надеюсь, что да. 1 900 000 сразу ставим, да, сходу просто. Давайте тоже поперебивайте, пацаны, там, также поднимайте ставку. У меня 16 лямов на китайках, я уже 10 оставил. При том же это шестой контейнер, бля, серьезно. Повысь ставку, поборемся. По 100 тысяч давай повышать так же. 2 300. Давай, давай, по 100 тысяч закидываем так же до 400 там с чем-то. Так. 2 600. Ставлю. 2 800 сразу ставлю. 2 900. Ага, отлично, перебиваем ставочку, пацаны. Работаем, обузим схему. 300. Ага, никто не перебил, вот сейчас 300 поставили. 3 200. Готов поставить. Давайте еще немножко. 3 600. Типа жаркая борьба, пиздец. Давай еще. Давай, 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 давай. 3 800, 3 900, 400. Давай за 400 заберу его, хватит. Отлично, пацаны поставили. Просто в схему жесткую. Сейчас, пацаны, ждем. 400 я готов. Я отдаю по 4 миллиона. Ну, бля, это работать должно. Я верю. Субару выпало, но выпало без винила. Если еще раз выпадет Субару, но с винилом, это просто победа будет, пацаны. Мне не важно, сколько будет длительность этого ролика. Мне важен сам факт того, что выпадет Субару, пацаны. Опять началось вот это. Если там Субару, то мне, блядь, охренительно так ставку делать. Блять! Сука! 2 200. Ладно, минус 2 миллиона. Сука, ну говно, ну говно, ну говнище же полное. Бля, давай пока не будем так делать, потому что это не работает, блять, походу. Ровно на том же месте появился один китайский, мы его забираем сразу, да? Ну, если за него будут повышать, я буду тоже как бы грузить ставочку, а так, ну, 1 900 000 сразу, да? И забираю. Бля, он еще и прозрачный. Слушай, наверное, что-то это о чем-то говорит. Наверное, о чем-то это говорит. Бля, я не знаю, ну типа, что-то же выпадет, да, с него? Блядь, я все еще не представляю, как могло выпасть Субару без винила. Ладно, это место будет самое везучее за сегодняшнюю серию, пацаны, потому что с него, ну, выпало Субару, второй раз оно появится, но уже с винилом. Вот здесь, ровно на этом месте я ставлю жопу. Я не знаю, что еще можно здесь поставить, потому что, бля, больше у меня ничего нету.
Блять, две жопы выиграл! Серьезно? В прозрачном конте, блять! Серьезно? Да ну, блядь, открываем двери, блядь, что же там? Что же там, блядь, она еще и красненькая. Ну, блядь, ну отойди, ну дай забрать, блядь, такой момент, блядь. Главное не перепутать, оставить себе. Ебать! Это она, да, она уже синяя выпала, пацаны, я ее выбил. Я ее вытащил просто. Охренеть! Вы просто... Вот я знал, что это произойдет именно в этой серии. Но, блядь, чтобы это с седьмого контейнера, извини меня, сука, выпало... С седьмого, твою мать, контейнера. Я ее вышиб. Ёб твою мать. Еще и поставил жопу, выиграл две жопы. Еще и сказал, что на этом месте рано или поздно нас... Вот это, блядь, контент. Вот это просто моменты мувики. Просто, пацаны. Прикинь, блядь, жопу поставил еще в этот момент, блядь. Сказал, жопу вставлю, что сейчас выпадет. Видимо, только так, блядь. Я 1 900 000 поставил, даже не повышал. Еще разок. Че, две хотите? Бля, а если две выбью сегодня? Просто как бы, ну что заканчивать, да? Давайте вторую выбьем. Конечно, давай еще. Бля, пацаны, что заканчивать? Ну, конечно, нет, блядь. Мы одну выбили, все, мы дело сделали, но, блядь, что будет, если открывать дальше? У нас бабки есть, еще 12 миллионов. Давайте все в ноль потратим. Потому что сегодня мы уже имеем окуп. Бля, ну 2х точно. Приходили 26 лямов, а эту я за 50 продам еще. Все-таки, как бы как-никак. Китайский? Два. Три китайских! Что происходит? Три китайских, ну я заберу первый, блин, а что делать-то? 1 900 000. Ну, если они там будут бороться, как-то там забирать, что-то пытаться. Ну, я поставил раньше, у меня есть эти доли секунды. Тогда я сразу, знаете, как сделаю. Я поставлю 2, не знаю, 2 600, допустим. Не, ну, 2 400, да? Надеюсь, угадаю. Сразу у меня эта сумма забита на Ctrl-C. Я залетаю, Alt, Ctrl-V, Enter, все. Бля, он повышает еще, ёб твою мать. 2 400 сразу. Чего ты повышаешь? Ты зачем ставку повышаешь? У меня теперь я не могу забрать те контейнеры. Я же играл на время, блин. Бля, я выбил Субару, пацаны, я не верю, бля, я не ожидал, я просто, я реально не верил. Я реально был готов к тому, что я открою 40 контов, я буду тут 2 часа сидеть, наяривать, и оно не выпадет. И я типа, блядь, я не представлял, что оно, ну, наконец-то оно выпало, еще такой момент, когда жопу поставил, это пиздец. Это реальный контент. Быстрее, 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 вторая, блядь, вторая, давай вторая. Не, говно, говно, ладно, говно, говно, насрать на говно. Насрать на говно. Блядь, ну беги! Отдай! Отдай, сколько там секунд? О, отлично, отлично, отлично. 26 секунд, ёпта. Пацаны, пацаны. Это я забираю, 2 400 сразу. Погоня за гробом началась. Погоня за Субару началась. Повышаем ставочку, 3 200 сразу. Я готов отдать эти деньги, я готов. Я готов. Мы за 10 контов в Дубае китайских просто зафармили. Субарыч. У меня теперь две Субару, чтобы вы понимали. Блин, говорят, что вот эта вот наклейка на ней, да, которая находится, она потом в итоге превратится в разноцветный монстр, картинка. Которая у меня уже действительно имеется. То есть у нас есть какое-то время, пока она есть вот в таком виде у нас, да? 5 секунд. Нам отдают в итоге контейнер. Леха, если что-то меньше 5 лямов... Там мотоцикл, блядь. Пиздец, что же там, интересно. Там по тени видно, блядь. 2 600. Ну я вроде в минусе, или я не знаю, сколько я ставил, я уже даже не помню, мне насрать, потому что, пацаны, я еще один китайский. Будем открывать китайских, пацаны. Если я выбью две, это пиздец, блядь. Ёп, вы видите? 4, блядь, конта, 4, чтобы вы понимали. 2 400, я сразу загружаю это. Пацаны, 4 конта, вы что тут-то? Да давай не будешь что-то перебивать мне. Ну и даже, может, не собирался, но неважно, пацаны. Охренеть, 4 конта. Бля, пацаны, у нас есть, в смысле, болею? Чем, блядь? Сам понимаешь, вот не, ничем не болею. Ну, дома не только, вот на контакт сижу. Бля, 4 китайских. У меня есть возможность еще забрать у кого-то, подойти. Давай, 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 давай. Бля, азарт, вот это жестко. Блядь! Чего, блядь? Ничего необычного. Идите нахуй, блядь. Почему за серию-то за одну я две выбиваю? Если здесь переспаунится, то там может быть этот второй. Подожди, блядь. Это же моя, да, вот она. Синенькая. Вот. Это ты выбил? Это я выбил, еще одну выбил. Ты чё, монстр, просто что за лев-тигр этот?
открой, дай покататься, пожалуйста. Блять! А третью выбьем, блять? Вы что, ёбнуты? Вы вообще дёрнули, что ли, конкретно? Как две-то может выпасть? Ни одна не падала за два года, две за одну серию. Вы ёбнутые, что происходит? Это какая-то подкрутка. Что, сумасшедшие, блять? Не, ну в натуре, давай еще три конта, я не знаю, я хотел на одной уехать покататься, блять. У меня две, не знаю, что у меня делать, блять. У меня три теперь их, что мне делать-то? Розыгрыш, может? Может быть, розыгрыш? Пацаны. Короче, блять, я объявляю розыгрыш. Здесь нужно быть подписанным на этот канал. Вот. Написать комментарий под этим видео и подписаться на мой инстаграм, пацаны. Вот. Ладно, насрать, на канал вы и так подписаны. Подписка на инстаграм и комментарий. Давайте так сделаем. Инстаграм у меня в описании. Мой инстаграм. Вот, на него вы подписываетесь, собственно говоря. Вот, и также здесь оставляйте комментарий. Все, достаточно двух условий. И один из вас заберет вот эту Субару. Вот, если даже вы с другого сервера, я все равно в любом случае найду способ ее передать. Пацаны, вот эту Субару, блядь, за 50 миллионов сейчас отправляется на розыгрыш. Поэтому, бля, я вам серьезно говорю, дерзайте. Это единственная возможность, но никогда такой еще возможности не будет. Тачка все равно редкая. И как ты видишь, что это просто жесть какая-то. Так, ну тут еще китайские. Ну, видимо, 2400 это ставка, которая зарешала. Я еще поставлю. Что, что надо? Короче, я, прикиньте, я не могу больше транспортных средств иметь. Слэш-кар. Ну, бля, я даже не знаю, что для делать. У меня, потому что, смотри, две Субару, блядь, Феррари, да, эксклюзивная. Бентли эксклюзивный, Хаммер эксклюзивный, Чайка эксклюзивная, Кобра, блядь, эвакуатор, СЛР, такси эксклюзивное, это у меня ментовская машина эксклюзивная, это еще одна Субару, это Кока-Кола. Да мне нечего продать, кроме Бугатти, Чирона, блядь. Быстро розыгрыш оформляем, мне надо место освободить. Что делать-то с этой машиной? Ну, выбил я ее, что, продавать ехать, что ли? Давай на первой, первая все-таки была интересней. Ёб твою мать. Это как вообще происходит такое? Пацаны, я реально, серьезно говорю, участвуйте в розыгрыше. Да бля, ну разбили сразу же. Даже километра не проехал, уже разбили мне ее. Въебать, вот это кайф, пацаны. Но три Субару? Куда мне три? Бля, у меня ни одной не было, сейчас у меня три. Как так? На нахрен, да бля, мне не жалко, у меня еще две таких, блядь, разобью еще. И, блядь, даже чинить не буду, просто в другую сяду. Блядь, просто шок-контент, пацаны. Выбить две Субару? За, я не знаю, там 10 контейнеров же, да, я открыл? 10, блядь, я был готов там 50 открыть, 40. Я за, блядь, за... Как? Что происходит? Давай ко второй подъедем, просто на одной покатались, одну разбили, прыгаем во вторую просто, да? Где она? Вот она, блядь. Открытая она, не закрытая, вообще насрать, угоняйте, делайте, что хотите. У меня еще две таких, блядь. Давай как бы в красную сядем. Если есть синяя, есть красная, есть зеленая, блядь. Просто вместе собрать, это получается белый, да, цвет получается же, да? Или черный? Белый? Да, белый. Это RGB получается, ну. А, нет, зеленого. Да, зеленый, подожди, синий. Да, и красный. Да, RGB. Блядь, у меня на все случаи жизни есть, короче, получается. Бля, две Субару просто бочком дрифтит, смотрите, а, зацените. Куда мне их засаливать, что ли? Что происходит, блядь? Не, я хотел их выбить, но чтоб так дохуя, нет, не хотел. Ладно, пацаны, я думаю, нам просто закончить надо эту серию, пацаны, на такой приятной охренительной ноте. Что дальше мы не будем там чуханиться, сидеть, открывать дальше. Ну, просто у меня нечего продать дальше. Чтоб место освободить, мне на новый акт заводить, что делать, я даже не знаю. Типа, поэтому быстренько оформляем розыгрыш, я быстренько отдам победителю этот розыгрыш буквально 1-2 дня. Ну, типа, до скорой встречи, пока.